BlackBerry не везло с бронзовым цветом. Представленный в 2015 году BlackBerry Classic Bronze так и не был запущен в производство. Однако судьба BlackBerry Kiwan Bronze Edition сложилась более удачно. Представленная на выставке CES в январе 2018 года, бронзовая версия BlackBerry Kiwan с улучшенными характеристиками наконец поступила в продажу в конце прошлой недели. Версия BlackBerry Kiwan Bronze Edition, выпущенная для Ближнего Востока, как и BlackBerry Kiwan Limited Edition Black, получила поддержку двух сим-карт, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также все функции безопасности и производительности, которые поклонники BlackBerry ожидают от линейки BlackBerry Kiwan. Телефон в бронзовом цвете выглядит просто роскошно. Это настоящая ретро-классика, и его цвет именно бронзовый, а не кричащий золотой, как у некоторых производителей. Не верите? Убедитесь сами. Вы уже можете оформить заказ на BlackBerry Kiwan Bronze Edition в нашем магазине.